двигаемся в сторону поля. Сейчас будем ходить ТЗ-80 у нас шестой. Будем косить косилкой Вирекс польской, 1,85 м, новой, которая у нас есть. И вот сейчас едем в сторону поля. Вот здесь у нас огород засеян. Вот так процесс этот. Спрашивали у меня, не задирает ли МТЗУК вместе с ней. Она не особо тяжелая, килограмм, наверное, 400, по-моему, полторы 200. Так что вот так вот. Даже он кардан не отцеплял кардан, и так складываем ее. Сейчас приедем, буду раскладывать, засниму, тоже покажу. Ну вот, мы приехали в поле. Я утром уже вот здесь косил. Можно видеть, кое-что где-то 8 часов утра я косил. И сейчас хочу докосить маленько до столба, то есть пролет, там столб есть. Вот этот один пролет докосить и попробовать закатать все наши, как это все получится. А сейчас будем раскладываться. Значит, сейчас покажу предохранитель, который открывает заднее положение. Вот здесь никак на 1,65 сделана петля, она заходит сюда и получается транспортное положение. То есть вот так вот открываем, отщелкиваем и начинаем заводить туда. А здесь мы сам навешиваем сам предохранитель от упирания в какое-то препятствие. Вот он, то есть вот эта вот защелка. Мы его поставили сейчас и все, открыли транспортное положение, не транспортное, а положение для косьбы плавающее. И сейчас начнем косить. Так что смотрите. Thank you.
окончания сюжета видео о косилке Virex 1,85 м. Ну вот я тут буквально в течение часа полтора, может 2-3 гектара скосил. Хороший валок вот такой. Трава отличная. Все, это опять же под сенаж, вон там видно вдалеке у нас приготовлено около 50 рулонов. Нам еще где-то около 100 рулонов надо. Ну, чтобы маленько на продажу и где-то рулонов с Сергеем Викторовичем, рулонов по 40 нам надо на хозяйство свое. Там отличный вроде как получилось. Посмотрим, как сохранимся с сенаж. Но видео... Окончание видео не об этом. Вот наш МТЗ. Вот сама косилка Virex. Что хотел сказать. Косил я на 6-й. 6-й повышенный, пониженный. Можно и на 5-й. То есть идет он спокойно, хорошо. Без проблем. Не вылазил ни разу. Все развороты, повороты, зад, вперед. Все косит она отлично. Отличие с лисичкой, блин, лисицких этих 1,85 м. Да мне пофиг, она свою функцию выполняет. Зачем я буду что-то искать? Валы толще, это толще. Да все она нормально косит. Никаких ни нареканий, ни проблем у меня к этой косилке нет. Я купил 1,85 м осознанно. То есть не пробую там, что получится, будет она косить или не будет косить, а именно осознанно. Потому что у меня 1,65 м есть косилка. Я косил на Т25. Меня абсолютно все в ней устраивает. То есть отличная косилка. Именно для сенажа, я много раз уже говорил, что в июне ей косить рановато. Ну, если только не будет каких-то аномалий, что, блин, жарище будет стоять там 2 недели. Вот сейчас ей косить невозможно, если на сено, потому что у нас большая влажность, в течение месяца и шли дожди, вся вон низина в этих полосах от колес. То есть трактор проваливается, пресс проваливается. Я вчера он рулонил не этот, на вон тот сенаж, в низине поле проваливается, режет, еле вылез. Так что сейчас ей рановато косить на сено. На сенаж самое то. То, что трава не отсеялась, фигелась, да это ерунда все. Я осенью ходил и также подсеивал здесь. И в том году, и в этом году прекрасно вылез клевер. Вика вылезла. То есть все, всего достаточно. И подымется еще и отаву здесь, я думаю, скажу. То есть косилка замечательно. Кто сомневается, блин, берите, даже не думайте.